ты что делаешь? Ну ладно, ладно, ладно. Пойдем. Ну я знаю охота. Ну подожди, Маленька, подожди. Сейчас пойдем, мы пойдем. Ну, ну молодец такой. Ой, ой. Ну сейчас подожди. Ой-ой-ой. Сейчас. Так. Все, пошли. Давай. А там молодец. Вот это он отломал где-то. Вот это вот так. Теперь иди маленько сбоку или как. Подожди. Нахлестнуло. Вот. А я вот эту вот беру. Это очень хороший такой. На этом. Поезд поворачиваю на ту сторону сюда. Чтобы на меня не напало. Вот туда его цепляю. Смотри, апорт, ты успевай на него, и смотри на цифры, бегут или нет, вверху тоненькой ленточки. Бегут! Вот так. Я покажу, как мы, я его выгулю два раза в день. А Сергей Павлович говорит, вот ему курорт, дома-то там ему этого нет. Потом мне надо вот все это запереть, машину вашу выпустить. Сейчас. Бери апорт. С собой закроет. Снимай все, как он идет. Он засидел. Я руку иду вперед. Вперед. Ну, заходи, сразу. Заходи. Не хочет. Значит, не нуждается. Он любит ходить там, где он пусты. Ну, пока так пойдем. Так, старайся теперь меня опережать шагов на 20. А там я остановлюсь, а вы сбоку идет около ступенек. Держаться за перила. Можете одной рукой придержаться и вниз сойдете. А тогда я на вас буду наплывать. Так, рядом. Смотри внимательно под ноги, выберу. Так, сейчас я вот сюда заведу. Давай, ходи. Не хочет. Все, вперед. Вон там видно, где проговыжили. Ну-ка, ты собака нас провожает. А. Нету ее. Вот мы сходим. Теперь сходи туда вниз. Крепко держись только. Рельсы. Посмотри, какие. Как далеко снимать можно. Ого. Вот так. Вот, во-первых, на счастье можешь мне подпадать и идти дальше. Только смотри, держись выше за это, чтобы не упасть. Все. Пойдем. Тихо. Я держусь, потому что я боюсь, что меня лишка втянет. Командует тут без толку. Тут 36 ступеней. Тихо, ураган. Ураганчик, ты не балуйся. Меня уронить очень даже легко. Подожди. Пойдем. Ой, это я хожу сюда иногда три даже раза. Влево, походите вперед. Влево. Вот оттуда поворачивай, сама туда дальше помаленьку двигай. И потом поднимешься там, где вон туда влево дальше. Рядом. Крепко держись, вот на эту поднимешься, вон там плита большая, а
А я спущусь вниз и брошу палку. И оттуда его заснимите, и сразу же бегут ко мне подсказать, как он вылазит. Ну, никого нет. Заходи на плиту. На плиту туда, вон туда пройдите. Держись, смотри, не упади. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Вот так. Смотри, там где не провалиться. Вон туда подойдешь поближе. Ну вот сюда, вот туда не подходи близко к этому, вот к этому месту. Я с той стороны сейчас зайду и брошу ему палку вон туда. Вы его снимете, как он до конца выплывает. И сразу ту же ко мне, и вот туда вот поверху. И опять трещу ему. Вот смотрите, сколько их там. Там рыбаки купаются. Так, опор. Где палка? Опор. А где он потерял? Вот он у меня. Подождите. Вон он у меня. Бери, 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 бери. Вот он, опор. Опор. Ну вот он, палка. Во. Давай, теперь стой, смотри, куда я брошу туда. В воду. Подождите пока там. Там вокруг проведите пока, показать, как там. Сколько тут комарья? Поплыл. Молодец. Хороший мальчик. Вот как. Вон он где, наклонись, наклонись. Вон он, видать его? Сейчас он мимо побежит ко мне. Будешь захватывать его. Опор. Тогда через ветки наклоняйся, гляди. Опор. О, молодец. О, подожди, маленький, я тебя посыплю. О, все? Вот купание закончено? Искупался. Молодец. Все, пойдем. Запыхался. Что-то он на ногу. Зацепился за что-то, что ли? Ну. Сейчас проходите туда наверх. И оттуда меня увидите. Прям наверх поднимайся. Ну, я можете оборачивать. Иди сюда. Я вот комарьё и мишка отбедает его голову. Я все время ему обтираю морду. Никого сегодня не видать. Обычно тут купаются люди. Давай вперед. Тут вперед он тянет меня. Сзади аккуратненько. Вот. Гуляй. Ну и вот он пошел. Теперь до дома не дали. Еще по ногу то ли повредил, то ли еще захромал. Они меня не видят.
хорошо так, купальня рядом, все рядом. Так, ну-ка поверни голову, посмотри, сколько она может. Постой, гляди. Ой, подожди. Видишь, морда такая. Эти, комарьё. Комарьё. Я и душу просто, искусали. И все. Вот он, подошел. Котя, это хороший котя. Ну-ка. Лучше. Да, лучше подальше держать. Ну, вчера интересно у меня было. Я покажу сейчас, как еще было. Только у меня не было аппарата, можно было смеяться. Я вот тут привязал, а эти кошки еще не видать, видать, и застрял он один. Он вот таким горбом встретил, два раза выше сделался, кот-то. И главное, не убегает. Этот на него, он на него потом как прыгнет на меня. А этот подпрыгнул, он по животом с той стороны вынул и убежит. Вообще. Все? О, вот я его и оставил. Пока он побудет здесь. Ему надо, чтобы положить на место. На место. Понятно? Он знает, куда принес. Конечно. Вот сюда вот. Все. Вот здесь. Клади. Все. Фу. А это, чтобы грязь не было, чашку ему прибьем. Сейчас опять. Вот сейчас там крестёнки, он уже грязь не будет. Вот маленько. Ну. Все, погулял. Молодец. Ну. Хороший песик. Ой. Ну, жаловаться начинаешь. Это нехорошо. Иди. Теперь я эту кобуру отстегиваю. Все. Прячу сейчас под... сверху, задавливаю. Ну, наши вытащи. Прилавливайте на пасту. А сверху... Роет. Пошли. Уйди отсюда. Да, ураганчик, надо тебе на частное владение перебираться. Ай-яй-яй. Все. Все. Молодец. Попрощайся со зрителями. Сейчас попробую посадить его. Сиди. Нет, он уже разохотился, тут не до этого.